Цель поставлена ясно. Инженеры фирмы Лемкин должны разработать плуг, который обеспечивает большую производительность при меньшем расходе топлива. В итоге получилась совершенно новая концепция плуга, которая на практике сразу же завоевала множество поклонников. Главная идея конструкторов Лемкин – объединение преимуществ навесного и полунавесного плугов. Так родился первый гибридный плуг, получивший имя Вари Танзанит. Вари Танзанит прицепляется к трактору как навесной, а проходит по полю как полунавесной плуг. Идея такова. Благодаря гидравлически регулируемой верхней тяге можно перенести часть веса плуга на заднюю ось трактора. Как и при использовании навесного плуга, улучшается сцепление задних колес трактора с почвой. Лучшее сцепление означает повышение средней скорости работы и, как следствие, более экономичную вспашку при использовании тракторов одинаковой мощности. Таким образом, 6- и 7-корпусной Вари Танзанит может использоваться с более легкими и маневренными тракторами, мощности которых не хватило бы для работы с полунавесным плугом такой же величины. Это означает, что при одинаковой производительности и качестве обработки можно выбрать трактор мощностью на 60 лошадиных сил меньше. При ближайшем рассмотрении новой системы плуга становится заметна схожесть с полунавесными плугами. Переворот рамы плуга Вари Танзанит также осуществляется вокруг стабилизирующей полунавесной рамы. Она расположена ниже, имеет меньший размер и поэтому намного легче, чем у традиционного полунавесного плуга. Гидравлически регулируемое опорное колесо на удлиненных стабилизаторах защищает раму плуга и обеспечивает точное ведение плуга с соблюдением заданной глубины вспашки. При перевороте преимущества гибридной системы становятся еще заметнее. Как и у полунавесного плуга, переворот происходит при помощи двух гидравлических цилиндров. Механические нагрузки на плуг при перевороте бережно сглаживаются опорным колесом и стабилизаторами. Благодаря более высокой нагрузке на ось возможен уверенный разворот на краю поля, именно из-за равномерного распределения нагрузки на заднюю ось трактора. Благодаря серийному оснащению системы управления разворота на краю поля можно заранее запрограммировать не только подъем и оборот плуга, но и положение хвостового опорного колеса. Система автоматически устанавливается в нейтральное положение, при этом основные функции контролируются электроникой. Это позволяет трактористу полностью сконцентрироваться на выполнении разворота. Конечно, и для Вари Танзанита Лемкин перенял зарекомендовавшую себя систему OptiClick, обеспечивающую точную установку линии тяги плуга и позволяющую экономить топливо. Вари Танзанит обеспечит вам наибольшую гибкость применения. При помощи гидравлики возможна регулировка ширины захвата от 35 до 55 см на каждый корпус, что позволяет достигать общей рабочей ширины от 1,5 метров до 3 метров 85 сантиметров. Дополнительную защиту при вспашке обеспечивает новая автоматическая система защиты от перегрузок «Гидроматик». Этой новой системой защиты от камней впервые комплектуются плуги серии Вари Танзанит. Новый подшипниковый узел «Гидроматик» придает корпусу плуга особую стабильность. Не требующие обслуживания гидравлические предохранительные элементы позволяют корпусу плуга отклоняться на 38 см вверх и на 20 см в сторону, обеспечивая достаточно пространства для вспашки без помех. При изменении структуры почвы настройки предохранительного блока «Гидроматик» могут быть соответственно изменены прямо из кабины трактора. Плуги Вари Танзанит являются первыми плугами фирмы Лемкин, оборудованными корпусами DuraMax. С корпусами DuraMax на 50% увеличилась износостойкость, а возможность замены и переустановки корпусов без использования инструментов позволяет экономить до 80% времени. Гибридными плугами серии Вари Танзанит фирма Лемкин снова предопределила направление развития производства почвообрабатывающей техники на годы вперед. Не без основания на выставке «Агротехника-2005» Вари Танзанит получил от профессионального жюри звание «Машина года». Приобретая Вари Танзанит, вы получаете современнейшую технику, не требующую применения тракторов большой мощности
и вместе с тем обеспечивающую экстремально высокую производимость. Именно так фирма Lemkin представляет современную, эффективную и бережную к окружающей среде почвообработку.